Азербайджан и Кыргызстан намерены повысить двусторонние отношения до уровня стратегического партнерства. В апреле-мае 2022 года ожидается визит президента Кыргызстана Садыра Джапарова в Азербайджан. В ходе этого визита будет подписано соглашение о стратегическом партнерстве. Кроме того, Кыргызстан предложил создание нового формата сотрудничества 5+3. Была предложена инициатива об организации площадки, международной, скажем так, платформы 5+3. Это инициатива Кыргызстана, которая уже тоже получила поддержку со стороны администрации президента. 5+3, соответственно, это формула кооперации, значит, между 5 странами Центральной Азии и 3 стран, соответственно, Южного Кавказа. По разным направлениям мы классически выделяем 3 направления. Это политика, дипломатическая сфера сотрудничества, соответственно, экономическое направление, экономическая дипломатия и культурно-гуманитарное сотрудничество. Сотрудничество в формате 5+3 станет основной темой обсуждения в рамках международной конференции, которую посольство Кыргызстана в Азербайджане планирует провести весной 2022 года. Кроме того, есть большие планы по наращиванию товарооборота между странами, а также открытие торговых домов. Проводится работа по направлению делегации бизнес-экспертов Азербайджана в Бишкек. По всей видимости, это будет в январе-феврале следующего года, вот, с тем, чтобы определить уже конкретные, скажем так, потребности и конкретные проекты для экономического развития, экономической дипломатии в рамках двустороннего сотрудничества. Кайрат Османалиев также выступил с инициативой создания Азербайджано-Кыргызского фонда развития. Проект уже направлен на рассмотрение азербайджанской стороне. Лидия Молодцова, Сеймур Гулиев, CBC.